Роман Федичев. Версия Свиридонова. Времени не оставалось, и старший лейтенант Свиридонов, оставшийся вместо отбывшего в отпуск начальника заставы, понимал, медлить нельзя. Сколько еще осталось? День? Два? Неделя? А может, месяц? «Поди-ка угадай», — усмехнулся он. «Не пророк ведь и не ясновидящий, хотя ясновидящим быть сейчас не помешало бы». Уже третий час, поднявшись с тропы, они с сержантом Ивановым вглядывались в противоположную чужую сторону гор, по которой, как усталые путники, были разбросаны столбы телефонной связи. Ничего особенного в них не было. Даже Свиридонов, прибывший на заставу с повышением всего 8 месяцев назад, уже привык к ним, и каждый из столбов узнавал по наклону. Даже шутил. А прилепить бы им имена из отечественной классики. Вон тот точный Плюшкин. Напротив Плюшкина они лежали сейчас с сержантом Ивановым, всматриваясь в рыжеватую, без единой травинки, полосу щебневых осыпей. Он словно пожадничал. Не пустил своих сородичей вдоль горы, и те поковыляли прямо в гору, сутулись еще больше. Последний, четвертый от Плюшкина столб, терялся в расщелине, откуда рос у горы палец. Разглядеть там людей дел безнадежное, хотя до расщелины не более 3 километра. Туман, казалось, прописался там навсегда. Но пограничники вели сейчас только Плюшкина, потому что только там могли пройти люди, если им потребовалось бы идти в расщелину, куда вели столбы телефонной связи. Эта связь заинтересовала и насторожила наших пограничников недавно. На той стороне провели то ли инспекторскую проверку, то ли маленькие смотровые учения, после чего соседи решили подновить связь. Что ж, дело хозяйское. Только старые провода они почему-то не убрали, а новые показались сержанту Иванову не того калибра. С чего бы вдруг? На заставе отметили это как факт, высказали предположение, что соседи проложили дополнительную или параллельную связь. Что ж, ничего особенного. Но еще через какое-то время по тропе вдоль столбов, как муравьи и по травинке, в расщелину соседи стали переносить зачехленный груз. Поняли, когда один из снарядов доложил. Наверное, решетки. Очень похоже на звенья радара. Нет, не просто переход границы готовится на той стороне, понимал Свиридонов. Зачем радар или локатор? За нами смотреть. Прослушивать. Но для этого не нужна такая конспирация. А дизель поставили в глухом месте, тот участок не просматривается. Опять же, зачем? Посчитали, не догадаемся? Хотя шансов у них для того было более чем достаточно. Но в запасе еще было около получаса, и Свиридонов ждал. Третьи сутки старший лейтенант спал урывками. 4 сработки. 2 из них сегодняшние. Одновременно на разных участках, 6 километров одна от другой. Свиридонов выехал с тревожной группой и к месту нарушения прибыл в то самое время, когда ефрейтор Джалилов успокаивал пройду. У собаки клочьями падала пена с губ, она рвалась прямо на КСП. След был вызывающе свеж. «Товарищ старший лейтенант, левее моего столба», — почти беззвучно подсказал из-за валуна сержант Иванов. Свиридонов повел бинокль к участку сержанта, отмечая, как четко сработал пограничник, передал свой участок наблюдения, а сам уже перехватил его, участок командира. Не минут пустой. Он поймал биноклем столб, замер. Что же насторожило сержанта? Ах, вот что. И Свиридонов тотчас выхватил из 4 одетых в хаки того самого, кого они с Ивановым условно называли гостем. Наконец-то. Иди-ка, иди, познакомимся. Так открыто Свиридонов впервые видел гостя, и на мгновение он забыл о времени, стараясь запомнить в нем все. Походку, рост, лицо, усы, ботинки. Тот оступился на камне, и Свиридонов ожидал, что вот сейчас он прижмет автомат локтем. Ах, вот как, ожидание не сбылось. Гость ладонью подхватил автомат за конец приклада. Любопытно, что-то говорит старшему наряда. Но почему тот офицер? Товарищ старший лейтенант, это предупреждение сержанта Иванова, пора уходить. Конечно, мог бы забыться, такая ведь минута.
Но подстраховка есть подстраховка. Свиридонов тоже знал. Не осталось ни секунды, он подал знак «Отходим». Через несколько минут они уже спустились к тропе и шли по ней во весь рост. Не прячась и не таясь, как всегда ходят по своей земле. На ходу разминали отекшие колени и спины. Сержант, как веером, обмахивал панамой грудь, щурился, улыбался широко и белозубо, не в силах сдержать восторг удачи. Если бы не автомат и не форма, да не лицо, непривычное, чуть жестковато покрытое здешним загаром, можно было подумать, что Коля Иванов вырвался на выходные из городской суеты и теперь улыбается щедрому летнему солнцу российского перелеска где-нибудь под Тарусой. Но Свиридонов шел впереди, не оборачивался, и сержант надел панаму, одернул гимнастерку, быстро догнал командира. «Хорошее место оставляем», — отметил Свиридонов. «Место что надо, товарищ старший лейтенант», — согласился сержант. Ему хотелось добавить еще что-то, но он удержался, видимо, опасаясь, что комплименты прозвучат уже неестественно, и невольно оглянулся, нашел глазами место, которое они только что оставили. Валун этот, обросший мхом, заметил Свиридонов и на нем остановил свой окончательный выбор. Доля риска в этом, конечно, была. Валун, хотя и не особенно приметный среди остальных, но с той стороны он хорошо просматривался, и, заметь они их замаскированных под камни, сразу же возникли бы подозрения. Но Свиридонов рискнул и учел время суток. Пока солнце не перевалило палец, наблюдавшие оставались в тени. Но учитывали это и соседи. Вышли в самое несмотровое время. Еще бы минут 20, и все ожидания напрасны. Но теперь и без слов было ясно, что сработали они чисто. Раз гость прошел мимо и угодил под их бинокли, значит, та сторона останется спокойной. «Ну, сержант, докладывай», — решив, что времени для обдумывания было достаточно, разрешил Свиридонов. «Это не пограничник, товарищ старший лейтенант», — уверенно сказал сержант, слишком поздно вспоминая, что выводы делает командир, а он должен с предельной точностью доложить результаты наблюдения. «То есть не такой он, как те», — начал было исправляться сержант. «Я знаю их отряд, а новичок, как вам сказать, он не служил, приехал». «Почему же не служить, если ходит в наряд?» «Делает вид. Это они нам хотят показать. У нас новенький будет служить, но их пограничники служат по-другому». «Яснее, сержант. У новичка нет покорности. Знаете, товарищ старший лейтенант, мне кажется, гость не мусульманин». Свиридонов остановился, посмотрел прямо в глаза сержанту. Взгляд прямой, в нем ничего лишнего, лишь спокойствие и уверенность. И только потому, как сжал он пересохшие губы, можно было догадаться, что ошибку со своей стороны он все же допускает. Свиридонов мысленно поблагодарил его за это. Не настаивает, высказывает лишь версию, опасаясь ввести в заблуждение, хотя уверен на все 100. «Хорошо, а теперь факты». И пока Иванов обосновывал версию фактами, Свиридонов не переставал удивляться, откуда в этом 20-летнем калужском пареньке столько взрослости. Наверное, ни разу не видел гор, а как читает их. Откуда глубина, наблюдательность? Хотя, вспомнил Свиридонов, наблюдательность от профессии, он же бывший пасечник. «А вы заметили, как он сегодня автомат поддержал?» «Да-да, заметил, все верно», — проговорил Свиридонов. «Что, товарищ старший лейтенант, будем ждать его?» — понизив голос, спросил сержант. Свиридонов не ответил. Да и что мог он ответить? Главный сержант знал не хуже командира. На участке границы готовится попытка перехода. Остальное бывает известно только после сработки или когда собака возьмет след, уводящий в тыл заставы. Но в этот раз готовилось что-то неожиданное, и времени уже не оставалось. Чувствовалось, что та сторона готова. Свиридонов на минуту расслабился, потом снова попытался выстроить события в цепочку, выявить закономерности. Итак, 3 месяца назад у соседей появилось начальство. Оно оставило на заставе 3 новеньких. Один не в счет, он явно служака-новобранец, но вот другие с первым познакомились даже не мусульманин. Откуда? Зачем? Почему шел в расщелину? Значит, появившийся локатор и сам гость – звено одной цепи. Не мог Свиридонов объяснить себе и появление локатора. Он вспомнил карту
еще раз мысленно перечитал ее. Зачем им локатор, который видит только расположение нашей заставы? Зачем? Опять, словно подножка его рассуждениям, мысль о недавнем ЧП снарядом старшего сержанта Павлова. Если считать, что оно имеет отношение ко всему происходящему, то... Но Свиридонов опять запретил себе додумывать эту мысль. Слишком понятной становилась картина происходящего, слишком четко все становилось на свои места. Но чем понятнее и убедительнее, тем страшнее она казалась командиру. «Нет, этого не могло быть. Мы же застава, советская пограничная застава. Фантастика. Значит, надо рассчитать другие варианты, надо успеть». «Думаете, не он, товарищ старший лейтенант?» И опять Свиридонов не ответил. Он остановился, сдвинул на бок и расстегнул полевую сумку. «Все может быть. Все. А пока, сержант, давай-ка вот это, восполняй калории». И Свиридонов ровно на две части разделил плитку шоколада, уже не хрупкого, а словно бы подвяленного. Впереди, за вышкой, на которой сейчас нес службу рядовой Игнатов, боевой расчет Свиридонов помнил наизусть. Пылил УАЗик медицинского бога заставы прапорщика Савельева. Машина несколько раз вильнула, отдавая должное дороге, и начала спускаться к поселку, осторожно, как черепаха, боясь споткнуться передними лапами. Сержант перехватил взгляд командира, и оба они подумали об одном. Врачи поселковой больницы снова проверяли наряд Павлова. «Знаете, товарищ старший лейтенант, ребята не верят, что это было случайно», — проговорил наконец сержант Иванов, снова подталкивая командира к мысли, от которой тот все время хотел отказаться. «ЧП с нарядом связано с той стороной. В том ручье мы всегда умываемся и воду для бани берем, понимаете? А тут вдруг простуда». «Не фантазируйте», — холодно и официально почти приказом остановил его Свиридонов, хотя понимал, что зря он так с сержантом. Сомнения приказом не развеешь. Но к чему лишняя паника? Поверить в ЧП значит допустить, что у ручья на нашей территории побывали с той стороны. А почему бы и нет? Горы. И как объяснить странную простуду наряда Павлова? Диагноз так и остался открытым. Сужение зрачков, куриная слепота на 3 вечера, хрипы, иногда легкие судороги. Конечно, если домыслить, можно предположить воздействие нервно-паралитиков. Но откуда здесь? В 4 километрах от заставы. Кто? И почему переболели лишь русские, все кроме таджика Джалилова? И Свиридонов вдруг совершенно ясно понял, что ЧП с нарядом и нынешняя обстановка на границе могут быть как-то связаны. Понял, что с этого дня, с этой самой минуты, он должен учитывать и эту версию. Пытаясь успокоиться, он додумывал запретную для себя мысль, выстраивал еще одну цепочку. Сама возможность подобного казалась ему самым настоящим бредом, но старший лейтенант проработал версию до конца. «Что загрустили, сержант?» — пытаясь искупить недавнюю резкость, спросил Свиридонов. «Вы же с Оки родом?» «Оттуда». «А я со Свири, потому и фамилия такая странная, Свиридонов. Так что речные мы братья, а, сержант?» Иванов улыбнулся, пошел рядом с командиром. «Послушай, а как ты в пасечники угодил?» «Отца пожалел, товарищ старший лейтенант. У него пасека была, а тут семья за семьей, семья за семьей. Никогда не было, а тут налетел в воротоз. Вот как колорадский жук на картошку. Одному трудно ему было, вот я и пошел на пасеку». «И что же теперь?» «А ничего, осталось 8 семей». «Это из 120». Сержант не удержался, вдруг опять свел на свое. «Вот вы не верите снарядам Павлова? А скажите, был у нас раньше колорадский? А воротоз? Откуда они?» Свиридонов молчал. Что ответить сержанту? Он не знал, откуда и почему вдруг где-то возникают очаги сибирской язвы, оспы. Не знал, почему случаются внезапные эпидемии, поражающие лишь определенные этнические группы. Он не знал этого точно, доказательно, как и должен высказываться военный человек. А высказывать точку зрения телезрителя программы «Международная панорама» он просто не имел права, особенно сейчас. От заставы пахло картошкой с тушенкой, позволительной для пятницы роскошью. Пограничники обтирались до пояса холодной водой, старшина специально остужать ее ездил к 9-му пикету, колол там лед и бросал в бочку. Через несколько минут построение на завтрак. «Вовремя», — подмигнул Свиридонов.
Дежурным по заставе заступал замполит, сторожил этих мест. Он служил на этой заставе срочную, и все же Свиридонов проверил боевой расчет, попросил. «Наряд у 9-го пикета пусть проверит противогазы, распорядись». Он не стал посвящать замполита в свои догадки, а все остальное они с офицерами обсудили и взвесили у него в кабинете. Говорить много не пришлось, каждый понимал, что готовится переход, и каждый знал, что делать ему на своем месте. Свиридонов постоял у выхода, старшина сливал остатки воды в умывальнике, готовил цистерну, чтобы завтра привезти с пикета полную. Суббота, банный день. Постучал по соседней бочке, проверяя на слух остатки питьевой воды. Ее привозили из поселка, а ветер доносил обрывки приказа. Выступить на охрану государственной границы. Еще раз взглянул на хлопотливого старшину, вспомнил, что 9-й пикет – участок наряда сержанта Иванова, и пошел к вагончику с единственной мыслью – постараться уснуть надо. Свиридонову сначала показалось, что это он сам для себя придумал тревогу, что это галлюцинация, но все настойчивее к нему прорывался негромкий, но требовательный зуммер сработки сигнальной системы. Тревога. Навстречу из спального помещения уже бежали солдаты тревожной группы. Взревела мотором машина. «Товарищ старший лейтенант!» «Где?» – прервал доклад Свиридонов. «Две сработки, опять на 6-м и 3-м участках». И сержант Иванов доложил: «Нарушена государственная граница». Мысль работала четко, словно Свиридонову оставалось теперь лишь повторить хорошо заученный урок. «Во сколько?» – доложил Иванов. «В 0:14, а через 3 минуты сработка. Обе. Обстановка ясна, товарищ старший лейтенант. На той стороне засекли обнаружение и...» «Действуйте. Я с тревожной к Иванову». Машина, вспарывая темноту прожектором, карабкалась к пикету, когда совсем рядом, всего в 100 метрах, заплясал лучик фонарика. «За мной». Помощь не потребовалась. Свиридонов сунул пистолет в кобуру, остановил доклад Иванова. «Все вижу. А гость?» «Да вот он здесь». Джалилова ножом, гад, успел. Джалилов стоял в стороне, придерживал одной рукой бок чуть выше бедра, а другой рукой успокаивал пройду. «Еще вот что, товарищ старший лейтенант. Хотел ампулу уничтожить». Свиридонов взял ее в руки, задержанный рванулся, но никто не удержал его, связан он был надежно. «Это не яд, товарищ старший лейтенант. Видите?» Свиридонов согласно покачал головой, не замечая, как крепко сжал руку сержанта. Он все не отпускал ее, словно мог ответить на вопросы, которые читал в глазах сержанта Иванова. «А Воротос? А почему не заболел только Джалилов? Ведь все умывались, весь наряд». И Свиридонов проговорил: «Может, не для сержанта, больше для себя». «Подопытных нашли. Лабораторию захотели в естественных условиях». На минуту стало тихо. И, не сговариваясь, все посмотрели на командира, точно почувствовали опасность. Показалось, они и хотели, и могли сейчас понять странную недоговоренность в словах офицера. Каждому из них в данный момент это было необходимо.